мы пока не знаем, что у нее за проблема с ушком. Вот к врачу девочку надо ввести завтра. И заодно сдать анализы. Мы не знаем, чем травмировано это ушко. К тому же надо проверить, стерилизована девочка или нет. Но похоже, нет. Как мы ее назовем? Пока думаем. Ну, что ты? Что? Я просто держу. Да? Да, моя девочка, моя хорошая. Красавица моя. Все, мурлычет, поет. Моя девочка хорошая. Ну, что ты творишь? Что? Вот такая девочка у нас есть, вот такая хорошая, да? Моя маленькая. Моя хорошая. Красавица, да? Тебе так удобно? Кошки удивительно странные существа и потрясающие. Да?